Бизнес – это гораздо больше, чем извлечение прибыли. Так оно и есть. А изменение жизни вокруг, вклад в развитие родного города, региона, страны в целом – чрезвычайно важная вещь для самореализации. Служение людям и обществу ничем не заменишь. В этом и весь смысл жизни, весь смысл работы заключается. Последние события только подтвердили то, о чем постоянно говорил ранее. Дома надежнее. Те, кто не захотел услышать этот очевидный посыл, потеряли на Западе сотни миллионов, если не миллиарды долларов. Вот таким оказалось якобы тихое убежище для капиталов. Еще раз хочу сказать коллегам, в том числе тем, кто находится и в зале, и тем, кого нет сегодня здесь, не наступайте, пожалуйста, на старые грабли. Наша страна обладает гигантским потенциалом и задач, требующих приложения сил, непочатый край. Инвестируйте здесь, вкладывайте в создание новых предприятий и рабочих мест, в развитие туристической инфраструктуры, поддерживайте школы, университеты, здравоохранение, социальную сферу, культуру и спорт. Я знаю, что многие так и делают. Я знаю. Просто хочу это еще раз подчеркнуть. Именно так высоко понимали свою миссию Бахрушина и Морозова, Щукина и Рябушинские, Акчурины и Галеевы, Анапаевы и Мациевы, Мамонтов, Третьяков, Росанов, Дадашев, Гаджиев. Многие русские, татарские, бурятские, чеченские, дагестанские, якутские, осетинские, еврейские, армянские и другие купеческие предпринимательские семьи, которые и прямых наследников не обидели и навсегда вписали свое имя в историю нашей страны.